рыбачки ловили рыбу. Всем приветик! Выбрался на свой очередной коп. Вчера планировал поехать в Королевский лес, добивать его там. Набил пару новых точек, на которых, ну, которые можно было еще проверить. Но с утра проснулся, погода какая-то не ахти, моросейка такая шла. Сейчас ноябрь уже, и дождливые дни у нас такие настали. Плюс еще коронавирус, блин, лютует. Ввели у нас уже этот масочный режим. Сейчас будут всех, кто без масок в общественных местах, будут штрафовать по 30 базовых, а это для Беларуси немало, почти $400 плюс-минус там, поэтому, блин, серьезно. Так что надо изолироваться, куда-то бежать с этого города. Вот и я решил все-таки, несмотря на погоду, вырваться и куда-то поехать. Но пока ехал, вот высмотрел на карте вот этот лесок, в котором я сейчас и нахожусь. Чем интересен этот лес? Дело в том, что через него проходит дорога с одной деревни на другую. Ну, я посмотрел, она где-то на трех картах, даже вот на Шуберта и более ранних эта дорога есть. То есть люди шли с одной деревни в другую и могли что-то терять. Так что не будем тратить время драгоценное, потому что в любое время может опять, блин, накрыть мелкая эта неприятная такая моросейка дождливая. И будем проверять эту дорогу, так что пожелайте мне удачи. Вот. Ну и будем ждать какие-нибудь необычные, интересные находки и сюрпризы. Ну, лес относительно чистый, даже если пойдет мелкий дождик, я думаю, в нем будет приятно походить. Вот эта старая дорога, которую я буду проверять. Ну, естественно, вот эти все холмики тоже все попробую проверить. Тут такие места интересные, были бы находки, было вообще здорово. Но надеюсь, потому что вот с той стороны одна деревня находится, потом вот такой вот лес, и, наверное, 3 километра можно пешком пиндюрить и искать по этой дороге, хотя она и мокрая, вот, искать какие-нибудь находочки. А так вот, тут, я скажу, грибной лес. В таком вот лисички хорошо растут. А так вот, нравится мне пока что здесь. Что будет дальше? Вон, видите, еще какие-то остатки грибов растут. Повезет или не повезет, это как карта ляжет. На дороге попадались одни пробки, короче, мусор. Я сместился на обочину, так говорится. И вот, смотрите, тут такой вот песочек. И вот первый мой монитос в этом лесу. Что за он, я не знаю, но вот такая вот монетка. Видно, что это какая-то старая. В таком, в принципе, песке должен быть сохрана тут. Как-то так. Сейчас давайте немножко ее освежу, посмотрим, что за она. Ну, вроде бы я рассмотрел, что это полушечка. Вот, видите, слегка тут пробивается. Грибники какие-то появились, дети кричат. Ну, тут рядом деревня находится, понятное дело. Кто-то такой погоды решил прогуляться. Ну да, видите, полушечка. Но я сейчас, наверное, по этой краю, по краю этому холмика, который вдоль дороги идет, дойду до машины и, наверное, буду куда-то перебираться дальше. Ну, а пока что как-то так. До этого там находил тоже, не снимал я вам здоровую такую вот. Вот представляете, вся из свинца сделана, тяжелая штука. Вот свинцовая. Цвет мед забрал ее. Так, пока что вот первая моя находка сегодня. В лесу, конечно, здорово ходить, но, блин, находок, видите, здесь все-таки не дал результат такой, который я ожидал, этот поиск. Пока что как-то так. Переехал с леса в другое место. Вот, проверил вот эту луговину за моей спиной. Вот туда же, вдаль, в туман, в глубину пойду. Вот там дальние эти столбики. Вот, электролинии. Не эти вот. Это ближайшие, ближние. Вот все дальние. Вон, видите? Вот, вот туда и пойду. Там, ну, вот эти, где кусты, тут болотце было, а вот дальше уже, видите, столбы. Вот туда я буду идти. Это метров, наверное, 700-800. И вот, как эти столбики идут по направлению, вот в ту сторону,
Вон туда, туда, в общем. Фу, думал, что здесь будет луговина, а здесь облом, здесь кукурузу убрали, и тут вообще такая жесть. Видите, у меня уже налипло, как у немцев под Москвой, трындец. По такой фигне невозможно ходить. По такой земле ходить невозможно. Видите, канава. С той стороны уже посева не полезешь. Вот, ну... Ну я же видел эту луговину ехал. Короче, сейчас вот вдоль канавы надо будет мне пиндюрить пешком. Вот до того дерева, там, по-моему, луговина с этой стороны уже. Вот заканчивается эта кукуруза. Ну вот не знаю, километра полтора, наверное. Вот как-то так. Блин, с той стороны у меня не получилось подъехать, потому что там, блин, очень-очень, блин, это можно завалиться. Опа, дошел до своей луговины, видите, вот она пряталась за кукурузой. У меня первый кругляшок, смотрим, что за монетос. Вот первая монета с этого места, смотрим, что за она. Не монета, это была пуговица, да, это вкладыш от пуговицы. Йо-хо-хо, я уже обрадовался, смотрю, даже серебром тут что-то заблестело. Это вот ушко отломано, это была такая выпуклая пуговица, и туда вот это крепилось. Ну ладно, находка все-таки как-никак. Вот такую яму еще вырыл со штык. И вот у меня монетос. Теперь-то точно монетос. И это у нас грош Августа Понятовского, скорее всего, да. Хотя не факт, какая-то буква Н. Может, это Николаевская. В общем, пока не видно вам, ничего не скажу. Давайте почищу. Тогда будет, можно будет что-то сказать. Да, блин. Да, какая-то надпись. И видно, что что-то. Ну, мне лично ничего не видно. Не знаю, может, вы там на мониторе что-то рассмотрите. Непонятно. Что-то написано, может, грош какой-нибудь поздний более. Только что откопал находочку, похоже так внешне на перстак. Смотрим. Да, такой как печаточка. Видите, грязь какая, блин, не отмыть. Давайте почищу и покажу. А пока что, да, вот видите, тут вот спайка была и какой-то перстенек. Вот, почистил, но он какой-то корявенький, похоже, как будто бы это заготовка еще только не. Что-то пытались сделать и не сделали. Вообще, видите, даже площадка такая неровная, блин. Какой-то, блин, криворукий, блин, делал этот перстак, блин. Непонятно. Ладно. Оп, у меня второй сегодняшний монетос. Вот он. Смотрим, что за он. Тоненький, что ли? Не, я уже думал, что это какой-то белончик. Блин, тут такая земля. Здесь такая земля, что это летом не покопаешь. Она так просыхает, что лопату не воткнешь. Блин. Все подошвы, блин, можно обломать. Ну, это вот. Вот это грош медный Августа Понятовского. Вон вензель. Вот. Медный. Йо-хо-хо. Ну, вот уже... Две монеты на этом месте. Считаю, в принципе, еще одну найду, и уже можно будет здесь тормознуться. По размерам что-то похоже на буратос, но я предполагаю, что это какой-то белончик. Вот. Потому что совсем другой у него там идет сигнал. Не такой, как от буратоса. Больше фольговый такой и тоненький. Почищу, посмотрим. Еще одна монета на ребре, только что я откопал. Вот, не глубоко она была. Смотрим, что за монетос. Опа, опа. И что за он? Блин, я его еще сильнее замазал. Блин, конечно,
почва здесь ужасна. Давайте я его почищу и покажу, что за монетка. Это 1/2 1841 года. Николай I. Вот. Ну, видите, сохран какой. Не очень. Тут такая вот жирная почва, глинистая. И зимой, и летом. И вот. Вот такой вот результат. Это даже 1/4, по-моему. Я уже так не вижу хорошо. Ну вот очередной монетоз. Может, серебро сегодня будет. Как бы хотелось. Две монетки рядом, это хороший знак. Вот здесь я откопал 1/2. И вот сразу, видите, буратос. Ну это точно же буратос. Вот. Ладно. Не будем на него тратить время. Потому что уже как-то быстро темнеть стало. Уже как-то так пасмурно. Йо-хо-хо. Вот такая вот обстановка. А тут посредине поля, как этот, тополь на плющихе. Ю-ху-ху. О, бескрайние просторы. Вон там какая-то скорда. Еще одна, там еще одна. О, опять какой-то кругляш, блин, весь грязный. Караул. Давайте почищу. Видите, сразу так не оттирается даже. Опять гладкая какая-то монетка. Непонятная. Вообще непонятно, что за она. Опа. Гладыш какой-то. Ну, звенело. Ладно. Копаем дальше. Опять яма где-то со штыки. Ну, уже и монета покрупнее. Вот таких вот размеров. Вот. Что за она, я пока не знаю. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Двушка, что ли? Николай II. Тьфу ты, Николай I, да. Да. Копейка серебром. Николай I. Да. Да. Ну, вот такая вот монетка. Тоже сохран не ахти у нее. Вот, ну, уже интересно, монеты попадаются. Как бы такое поле я тут ни разу не был. И если есть монетосы, почему бы и нет. Можно и походить в такую вот погоду, когда не очень. Куда-то залезть, когда поля такие грязные. Даже здесь вот у меня, вон, видите, что творится. О, налепилось караул. Хожу, блин, за собой еще по 3 килограмма таскаю. Поэтому даже на луговине не очень комфортно ходить. Ну, луговина все-таки получше, чем поле. Пока хожу, вот такие вот буратосы попадаются. Видите, какие влипшие в глину. Опа, уже, наверное, 3 штуки я нашел. До этого вот такую пряжечку находил. Не знаю, 18-ка, по-моему. Ну и вот, буратос, я даже их не чищу, сразу бросаю, потому что время на них тратить. Они все равно, видите, всякие, блин, караул, как в глине. Ну, как-то так. И вечереет уже. Много времени потратил в лесу, ну... Значит, так было суждено. Зато вот здесь, вот видите, вышел на эту луговину, и здесь монетосы. Вот такую малюсенькую монетку только что откопал. Вот, по-моему, полушка. Я уже не вижу, блин. Сейчас приближу вам. Меньше буратоса по размерам, как динарик. Какая-то тут прилипшая к ней запеклась. Может, где-то вместе лежали, как с кошельком. Видите? Накал такой, нагар такой, нагарчик. Сейчас не буду колупать. И пока не могу разобрать, что за монета, блин. Ну, вообще никак. Так, ну вот. Полушка, наверное, видите, полушка. 1700 какого-то года. Петровская. Йо-хо-хо. Ну, мне полушечка всегда нравится. Такое вот. Ассоциация с Петром Первым. У нас монет петровских так особо нету, вот такие только.
Вот. Ну, вот такой вот монетосик. В копилочку. Главное не посеять его. Потихоньку двигаюсь к машине и заодно прозваниваю вот это агрофигенное поле, луговину. Наверное, я на нее обязательно вернусь, потому что монеты тут везде попадаются. Даже вот тут прошел где-то метров 100, опять вот какое-то место, вроде бы тут что-то стояло. И у меня монетос. Ну вот, монета. Посмотрим, что за она. О, опять не видно ничего уже мне, блин. Камера так еще вытягивает свет, а вот реально уже гораздо темнее. Похоже на деньгу. Или копейка, блин. Николаевская. Не видно. Вообще не видно, блин. Ай-яй-яй. Серебра я так сегодня не нашел. Что это такое? Непонятное. Такой вот зеленый загадочный кругляш. Ну что, смотрим. Чуть-чуть почистил, блин, ее. И все равно непонятно. Что это такое? Ну, дома я, конечно, ее рассматриваю. Сейчас-то, блин. Ладно, кидаю. Так где-то 90%, что это деньга по размеру, по толщине. Ну вот, медь в основном здесь попадается. Ходить, в принципе, тоже так хорошо. Луговина, видите, какая мелкая. Не было бы дождя, и к ногам ничего не цепляло. Видите, какие просторы здесь агрофигенные. Вот, в принципе, можно везде ходить. И искать. Еще одна монетка, она лежала вообще наверху. Опа! Понятно. Боротос, наверное, да? Ладно. Пока дошел до машины, так стемнело все. Тьма тьмущая. Хоть глаз выколи. Блин, по пути там еще с кукурузы кабаны вышли. Я смотрю, какие-то темные такие пятна движутся. Вначале подумал о лени, потом смотрю, как рванули они. В общем, стадо, блин, там 5 или сколько там их было. Хорошо, что не было этого, значит, с кабанчиками. Тогда вообще надо было бы отбиваться или убегать. Давайте покажу, что сегодня накопал. В принципе, это поле мне понравилось. Ну, в такую пору можно смело туда приехать и походить так уже полностью на целый день. А не так, как я тут полдня в лесу, полдня сюда. Один момент там такой не очень хороший, что... Добираться надо, блин. Машина, я не подъехал, чуть там не застрял, блин. С одной стороны, ничего сложного, пока пройдешь-то, согреешься. Ну, времени жалко. Ну, вот такие у меня сегодня находки. Не знаю, как он тут. Около 15 монет я накопал. Вот. Видите. В основном медь. Ничего такого редкого, чтобы... Ох! Не нашел сегодня. Ну, в любом случае, видите, как походить так по луговине, если бы еще сухо было, то, в принципе, даже ничего. И крупняк попадается. Это говорит о том, что если это место даже били, то не очень сильно. Всем удачи и пока. Носите маски, мойте руки, не болейте, берегите себя. Встретимся, как обычно, на следующем копе. Главное, чтобы погода не подкачала. Все иначе, чем успокоюсь я.